Дорогие друзья, приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. Хочу всех, кто смотрит меня на спутнике, сказать добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Если вы сейчас пройдете на наш сайт Дом Веры, то вы сможете мне... В прямом эфире задавать вопрос вот здесь мы говорим добро пожаловать и проходите www.domvery.ru будем рады с вами встретиться здесь в прямом эфире вы можете оставлять свои вопросы здесь и комментировать приветствую всех кто сейчас присоединился ко мне а, через и интернет. Я сейчас вижу на сайте Дом Веру, вот здесь у меня такое, есть такое изображение, стекло специальное, через которое я вижу, кто что пишет. Вот, смотрите, здесь пишет. Изображение хорошее из Риги, Георгий Снальчика, Яна с Москвы. Говорит, все хорошо. Александр из Приветствую вас. Яна из Москвы. Светлана из Миннесоты. Приветствую вас, Андрей из Австралии. Андрюша буду отвечать сегодня на ваши вопросы. Рига, Германия, Антон Роза. Я тоже на ваши вопросы буду отвечать, и на всех остальных Татьяна из Георгиевска приветствую всех приветствую всех, всех, всех Светлана из Америки приветствую. Ольгу приветствую. Короче, все, кто тут пишет, я всех вижу, и Андрюша с советской гавани, советская гавань, приветствую вас, советской гавани, Андрюша, он меня не видит, он не зрячий, но он слышит, мир тебе, он говорит, здравствуй, дорогой Максим Максимов, мне говорят, что я держим дьявола потому что не прославляю Бога жесткой, потому что прославляю Бога жесткой музыкой, правильно ли понимаю слова Коринфянам, 1 Коринфянам 9 главу, а что там написано, там большая глава, ну, давайте так, что такое жесткая музыка? И вот, вот этот вопрос, что значит прославлять Бога жесткой музыкой? Прославляйте Бога музыкой, восхваляйте Господа, пойте Ему, воспевайте в сердцах ваших, своими устами Многие люди, приходя в церковь, знаете, они молчат, они просто как рыбы смотрят на сцену и все, как на концерт какой-то Чем отличается церковь от концерта? или от театра. Во многие церкви превратились в театр. Когда все приходят, кто-то тук-тук-тук выходит на сцену. Сейчас выступит сестра Наташа. И выходит Наташа и выступает. И все о, сидят, слушают ее. Дорогие мои, давайте так. Мы, когда находимся, мы не в театре. Мы не в театре. Мы находимся э, в храме поклонения. И что Господь от нас ожидает, чтобы мы не просто прославители слушали и думали, во что они оделись, и какие туфли надела сестра Наташа, а чтобы мы смотрели и славили Бога, смотрели на Господа и славили Бога. Другими словами, поклонение в церкви — это продолжение богослужения, это не просто разминка, а такая музыкальная пауза перед проповедью величайшего из пастырей. Все это неправильно. Поклонение — это это приход в присутствие Божие, это смирение, это служение, поклонение, прославление. Это это формат взаимоотношений с Богом. Это та же самая молитва, только с, с музыкой. Бог в, хвало, в хвале обитает. Он приходит, когда хвала начинается. Если мы хвалим Господа, престол Божий спускается к нам. Если хотите Божьего присутствия, хвалите, славьте, прославляйте царя царей. Поэтому, когда вы находитесь в церкви и там, а, меня, знаете, когда удивляет, когда отпели песню, и все сидят, ждут, когда он следующую песню, он там сидит, настраивается, начинает следующую песню, я говорю, это не поклонение, это какое-то театральное представление. Акт первый. А второй или разные группы роковые выступают, отпели песню, паузы, потом следующую песню отпели. Это не концерт рок-группы или какой-нибудь попсы. Нет. Еще раз, поклонение это поток Я своим прославителям сказал Одна песня должна перетекать в другую Они должны одна подталкивать вторую Если, Это как эстафета Это не так, что человек с эстафетой пробежался И остановился так раз И следующий подошел Он говорит, давай я, ну на, на, давай теперь ты, На тебе микрофон Вот Нет, это, это, это а, а, спина к спине Это продолжение а, Знаете, что мне не нравится? Когда прославитель начинает на сцене Вместо поклонения и прославления учить, рассказывать что-то, внушать людям. Я говорю, человек дорогой, все ожидают, что ты поведешь нас по престолу Божьему, поклоняться, славить Богу. Умников много, которые будут учить. Не нужно между песнями стоять и учить людей. Библию. Я видел, как некоторые прославители Библию начинают читать. Что-то вчитываются, местописание, внушают людям. Послушай, дорогой человек когда мы в церкви находимся правильно как мы поклоняемся царю царей и это должно быть как потоком а, пускай 40 минут но без остановки идет без остановки увеличивается увеличивается это, это не так что ну, давай сейчас немножко п -п перекусим а, а потом перекур небольшой и потом пойдем дальше нет мы пришли мы выделяем время для поклонения. И когда, когда мы э, идем в поклонении, одна песня за второй, за третий, за четвертый, э, они должны, не должны останавливаться. Более того, э, вы знаете, церквя, где только один лидер прославлений, и он ведет все песни, э, я считаю, что это тоже перегиб. Почему? Потому что получается типа артист. Как знаете, вот бывают концерты... А, там каких-нибудь Алла Пугачева последнее, что помню, а и она выходит и два часа поет, и она два часа поет песенки а, с перерывами, еще с чем-то, но она концерт устраивает, она вся изнемогает под конец, и многие лидеры прославления думают, что они как вот Алла Пугачева должны, а, 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 а хор это бэк вокал, поддержка, нет, это сон святых, как? мы поклоняемся Богу. Это сон святых. Мы собрались вместе. И у каждого есть своя способность, свой дар. И каждый в свое время начинает славить и хвалить, и входит. Это должен быть поток, это должна быть голая импровизация, Восхвалы, хвалы и поклонения Это не какой-то регламент Песня один, два, три Две с половиной минуты, полторы минуты Не, не, выкиньте все эти регламенты Одну песню спойте, но так, чтобы Чтобы все пели Лидеры, чтобы Я говорю, пускай будет четыре лидера Каждому каждый Договорились, какие песни петь будут Например, и каждый Пускай возьмет свою песню и выложится В поклонение Господу Многие люди выкладываются в том, чтобы правильно звучать. Однажды я видел во время прославления, они играют, музыканты играют, на гитаре кто-то играет, бас играет, и все друг на друга смотрят. И знаете, они смотрят как технари. И когда кто-то, э, барабанщик не въехал, ну там, знаешь, пропустил что-то, и этот клавишник... Они, я увидел, как они кивками друг другу... Что ты делаешь? А, и вы знаете, когда вот это я увидел, я пришел, говорю, ребят, а вы чем за ним, вы поклоняетесь или играете просто шарманка, так ты крутишь шарманку, что вы делаете в церкви, шарманщики или пок... прославители и поклонники, а? А как, если ты вот так делаешь, вот так делаешь лицом, это значит, ты сейчас внутри, ты не поклоняешься. Ты всего лишь на клавиши нажимаешь. Ты не поклоняешься Богу. Внутри ты не поклоняешься. Ты просто музыкант, шарманщик, брыкалка. Крути шарманку. Быстрее, медленнее крутить. Ты участник прославления и поклонения. Ты, а, ты участник... А, участник... Теперь, когда мне говорят, а давайте Богу поклоняться в какой-то такой музыке, давайте так отделим, есть поклонение, есть просто музыки, есть группы музыкальные, певцы музыкальные, которые поют песни, певцы музыкальные, которые там что-то делают, куча, послушайте куча разных певцов и потрясающих исполнителей, которые поют потрясающие песни, которые хвалят Тоби Мак и так далее, они устраивают свои концерты, это нормально, но это не поклонение. Многие люди перепутали, например, слушать христианскую группу, э, ну я не знаю, кто-то слушает там какую-нибудь Петру, да? или еще что-нибудь. Какую-то какую, -то, какую -то группу христианскую слушают. Я, например, их мало слушаю, поэтому мало кого знаю. Но какого-то христианского, который делает концерты. Когда мы говорим о концертах, когда мы говорим о клипах, об альбомах, это не совсем поклонение. Это может быть музыка, это может быть песни, это, это может быть рассказ, как я был грешником, как было плохо. Поклонение ⁇ это не когда ты рассказываешь о своей жизни. Мне был грешник, я спасен. Нет. Поклонение ⁇ это когда Богу хвала. Слава тебе. Вот это, вот это поклон... когда ты... Акт поклонения и прославления. Например, если кто-то начинает говорить, будем славить. Песня такая, давайте будем славить. Давайте будем славить. Эта песня говорит о том, что давайте, будем когда-нибудь славить. Это не прославление, это призыв к тому, чтобы когда-нибудь славить. Когда идет призыв э, к людям, например, вот такая песня была, встань и пойди, всему миру расскажи, Иисус Господь, Иисус Спаситель, Он избрал тебя для жатвы в эти дни пробуждения. Вот знаете, а, когда мы поем эту песню, эта песня отличная, к тому же я ее сочинил вместе с нашими прославителями, а, потрясающая песня, а, но это не песня поклонения, это не песня. Послушайте: слова какие: встань и пойди всему миру, расскажи, что Иисус Господь Иисус это призывная песня, это песня с призывом. Это не песня. Ты не можешь петь «Встань и пойди, всему миру расскажи». Как будто ты это Иисусу говоришь. «Иисус, вставай, расскажи всему миру». Нет, это призыв к людям в зале. Это больше концертная песня. Это не поклонение. Вы улавливаете, о чем я говорю? Это не поклонение. Поклонение совершенно в другом формате происходит. Поклонение – это когда ты говоришь «свят, свят, Господь Саоф, снимаешь свой венец, кладешь к его ногам, достоин славы». Ты когда поклоняешься ему, никогда ты говоришь «давайте будем славить, давайте начнем, пойдем, скоро город изменится, люди будут ходить по улицам и говорить». Мы о чем поем? О том, что скоро город изменится? О том, что люди будут говорить? Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус есть Послушайте, когда мы говорим о том, что что-то когда-нибудь произойдет, и люди будут говорить, это, конечно, рассказывается о том, что скоро будет. Не надо вот так руки поднимать, скоро город изменится. С чего? Что ты руки поднял? Ты достоин, ты велик, да превоз, превозношу тебя, поклоняйся, да поклонятся тебе все люди. Ты царь царей, я поклоняюсь. Вы знаете, вот другими словами, когда мы идем на разговор с Богом, никогда мы друг другу рассказываем, что однажды Иисус придет за нами, и Он нас заберет! Ура! Он нас спасет! Ура! Он даст нам жизнь! Ура! Не-не! Сейчас даже, даже более того. Он дал мне радость, он дал мне жизнь, он дал мне спасение, превозношу. Вы знаете, когда мы говорим настоящее поклонение, можно, конечно, повествовать о том, что он сделал. Есть песни, которые говорят о том, что он сделал для нас. Он спас нас, он поставил нас, он избрал нас, он даровал нам, он вразумил нас, он подарил нам, он открыл нам. Но теперь, когда... Вот это тоже хорошие песни. Но это не есть песни прославления. Я бываю в церквях, где хорошо поют, но прославления там нет. Мы рассказываем о том, какие мы крутые. Народ новый восстает в стране. Святой народ, это мы. Все цепи зла он разобьет. Народ, познавший Божью силу, штурмует ад тра та 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 да 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 Содрогнется ад, все царство тьмы. Помните, такие песни были? И когда, я вспоминаю, да, постойте, мы про, это, не надо, народ, вот так глазки закрывать, зажмурить. Что ты, ты, зажмурился? Ты про себя поешь. Ты про себя поешь. Ты поешь о том, что ты восстанешь и ад сокрушать будешь. И что жмурится? Когда, мы... вот сейчас смотрите, откровение поклонение. Теперь, я не против этих песен. Это потрясающая песня. Она очень вдохновляющая, но это не есть песня прославления и поклонения. Да, да, да. Так и есть. Это не считается. Когда мы говорим о настоящем поклонении, когда мы говорим, оно адресовано к Богу, оно разговор с Богом. Конечно, есть разные песни. Не все самые поклонительные. Давид иногда жалуется на свою жизнь и говорит о своей жизни, его плохо притесняет, ему больно, ему горько и так далее. И это не Есим, это не Есим, что-то ужасное, что-то катастрофа, это, это песни, а скорби, боли. Но теперь, когда мы говорим о поклонении, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о, об отношениях, вот здесь происходит таинство. Одно из христианских таинств. Таинство поклонения. Поклоняться Богу. Поэтому, если вы лидер прославления, или музыкальный директор, или какой бы у вас должность ни была, профильтруйте, о чем вы поете. Реально, я советую вам, просмотрите все ваши песни. Песни разные есть. И нужны концертные песни, и нужны песни радости. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Радуйся, веселись, народ. Потрясающие песни но это не есть нужно посмотрите нужно отделить я не знаю что гвозди от болтиков а, нужно разделить если это просто радостная песня они тоже нужны они тоже нужны радостные песни я хочу иметь радостные песни я хочу чтобы были радостные песни они нужны но 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 не все песни являются песнями поклонения. Есть много радостных песен, а есть песни поклонения. А есть много хороших песен, но не все из них поклонения. Поэтому, когда кто-то говорит, я люблю слушать какие-то песни там, в каком-то испол исполнителей, вообще это не имеет никакого значения, какой формат. Но настоящее поклонение это взаимодействие. Вы можете слушать разную музыку. Есть э, народная песня, есть в старом стиле, э, есть песни, э, которые хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Старая-старая песня. Хорошо, когда скорби с терпением переносим с надеждой живой. И потом все подкладывают. Хорошо, если сердце свободно. Это не поклонение. Хорошо, если нету в нем зла. Та, та 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 Хорошо, хорошо и спокойно. Не надо вот так глазки делать. В той душе, где всегда тишина. Бум. Это песня о том, что хорошо нам общаться вместе, хорошо нам быть вместе, но это не есть поклонение. Не путайте. Не путайте. Это не есть поклонение. Это не есть поклонение. Это не есть поклонение. Теперь некоторые лидеры прославления они ну, достаточно ограничены и не совсем, давайте так не понимают о том не понимают смысла что им нужно сделать и они тренируют свою группу прославления чтобы прославлять молиться чтобы чтобы там давить Послушайте меня. Я, я, конечно, не против хороших песен. Нам нужны хорошие песни. Нам нужны иногда. Но не нужно при этом... Знаете, как приехали э, музыкальная группа э, в один город э, из-за границы. И там ну, э, роковая такая группа. Такая, тв -тв -тв -тв, они такие там песни поют тяжелые. там, Знаешь, и они... Э, Jesus! И, а наши бабушки, да, милые души, они думали, что это прославление. И эти там что-то выкидывают, там что-то прокачку делают. Бабушки встали вот так. И вот так стоят, и умиляются, и Господа славят. Ну, а, и они смотрелись немножко странно. Другими словами, бабушки, не, ну, это, это не есть, не нужно глазки закрывать, когда мы поем хорошо, когда нам хорошо. Но когда мы говорим про Бога, когда мы, слава тебе... Аллилуйя, когда вот это поклонение, когда склоняется, когда прославление. Поклонение ⁇ это поклониться, поклоняться. Прославление ⁇ это метать славу. Ты велик, ты прихожу к тебе. Я схвалою чудеса твои великие, и любовь твоя сильна. Или потом «превозносим». Вот это вот этот момент, когда ты говоришь «я превозношу тебя», «превозносим». Вот это, вот это акт взаимодействия между человеком и Богом. Поэтому, как, когда когда, вы, конечно, на меня не обращайте внимания, у меня слуха нету, но есть желание, есть желание, я, я просто вам показываю, что многие путают элементарные вещи, элементарные вещи, поклонение, это, например, есть песни? ой, я грешник бедный. Я другую мелодию взял, чтобы никого не обидеть. Или, например, песня «Беден я и слаб». Это такие, думаешь, что за исповедание? Меня Слава Цер спрашивал, что значит жизнь и смерть во власти языка? Это вот именно, если ты все время поешь, что ты бедный грешник, то будешь бедным и грешником. Если все время поешь, что я слабый, вообще эти песни нужно как бы профильтровать. Я был слабый, но стал силен. Господь со мной, я могу все в нем! А, это хорошая песня. Но опять это исповедание о том, кто я есть. Но это не есть прославление. Можно устраивать хорошие концерты. Это неплохо делать концерты, но когда у нас время прославления, давайте прославлять! Многие церкви не умеют прославлять Господа. Они не прославляют, они не прославляют Господа. Они поют о том, что они были слабые или они крутые. Помните, такая песня была: Я шагаю стан врага. Возвестить о победе Христа, такая тяжелая. Я шагаю, в стан врагам. Рассказать, отобрать, что он украл у меня ты под ногами моими, под ногами моими. Вражья тьма ты под ногами моими, да. Такие, знаешь, эти песни. Я ж такая, знаешь, она нам еще когда-то тяжелая. Это не надо, вот это, господи, слава. Это, это не, это, это не, это серьезная песня, но она не поклонение. Это мы крутые, шагаем в стан врага, сейчас, дьявол, ты сейчас получишь. Когда мы говорим о, опять, это классная песня, и классно на молодежке, и на всех остальных, какие-то мероприятия, оторваться, пропеть, прокричаться, это нормально, но если мы говорим акте поклонения, если мы говорим о том, что поклоняться Господу, если мы говорим о взаимоотношении с Богом, Люди дорогие, это совершенно немножко по-другому. Поэтому я снова и снова, знаете, как легко прославителям подобрать а, меню. Так давай вот эту, вот эту, вот эту песню. Нужно, во-первых, продумать. А что ты хочешь этим сказать? Почему ты эти песни выбираешь? Их так много на земном шаре. Их много. Почему ты именно не легче ее петь? Если ты выбираешь только по принципу мне легче ее петь, катастрофа. Тебе не нужно подбирать песни, как мне легче ее петь. Нам необходимо подбирать песни лидером прославления чтобы привести в присутствие Божие. Привести в Божье присутствие. Опять, можно начинать для разогрева взять не две-три песни, например, которые говорят о том, как мне хорошо, и как мне с Богом хорошо, и как Он спас меня, и каким я был, и каким я стал, и что я прихожу. Но когда мы подходим к апогею, начало прославления и поклонения. Многие не доходят до прославления. Они не доходят до прославления, они они просто смотрят о том, какой жизнью мы поют, а потом какой мы жизнью живем, и о том, что он сделал для меня, и они друг друга призывают: давай, пойдем, пой, аллилуйя Господу. Это чего? Это пой, аллилуйя Господу. Ты чё? Ты кому говоришь, пой, аллилуйя? Ему? Тогда пой, пою аллилуйя Господу. Пой, аллилуйя, это когда я тебе говорю, ну давай, пой, давай, 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 пой, аллилуйя. То есть это я тебе говорю, пой, аллилуйя. Не надо сейчас глазки закатывать, Господу. Это ты сейчас уловил, да? А когда мы поем, вот это делаем вот это движение, что типа. А... Вы понимаете, о чем я говорю? Или, или уже, уже Сегодня у нас тема прославления и поклонения Существует Если мы говорим прославление То нужно прославлять Есть много радостных песен хава, нагила хава", Это еврейские песни Радуйся и веселись народ Это не поклонение песни Это о том Радуйся и веселись народ Прославляйте, пойте Народ пусть поет это ничего общего с прославлением не имеет. А это имеет общее с народным пением. Послушайте, а помните, какая песня была а, на, в русском народном? Хвалите господа, все народы прославляйте Его, все племена. Ибо велика милость его к нам. И такая хороводная истина Господня Бабек. Хвалите Господа все народы. Хорошая песня. Потрясающая. Это песня из псалмов взята. Хвалите Господа все народы. Это не есть хвала Господу. Это есть призыв к народам. Это песня к народам, чтобы хвалили Господа. Очень Вообще, проверьте, вообще сколько у нас песен вообще прославления. Вообще, проверьте. Проверьте. Вот я сейчас к вам обращаюсь. Поверьте, вот я говорю о вас, о поклонении и хочу, хочу с вами разобраться. Вы вообще понимаете? Я хочу, чтобы вы услышали. Давайте славить Бога, давайте прославлять Господа, давайте. Александр пишет, если в церкви поют, какая же тогда жизнь тяжелая и тому подобное. Ну да, если поют, что жизнь тяжелая, это вообще ужас. Когда мы с вами говорим, послушайте, нам не просто песенки, а песенки петь. Не просто песенки, чтобы рассказывать о том, что какая жизнь классная, как все хорошо Господь устроил. Наша задача прийти в Божье присутствие через поклонение и прославление. Прославление, это радость, это жизнь, это, это излучение хвалы Богу. Теперь, когда мы есть призывные песни, призывные песни к народу, хвалите Господа все народы, это нормальные, хорошие песни. Я не отказываюсь от них. Можно с них начинать прославление. Можно вот, скажем, если у вас есть до 10 песен, начните с них. Начните с них... Начните с них ваше служение. Но когда вы подойдете к апогею, вам нужно, во-первых, призвать народ, взять его, пойти вместе с ним, и теперь уже переориентировать песни. Не нужно говорить о том, что нужно славить Бога, а нужно славить Бога. Когда мы поем, у нас есть песня, которую мы сочинили с ребятами. «Ты велик...» Нет, на престоле восседает Агнец Божий, мой царь. Слава тебе, вся слава тебе, вся сила тебе. Когда вот эти слова поются, вся слава тебе, аллилуйя. Это просто потрясающе, потрясающе, потрясающе. Когда фактически настоящее поклонение, это когда ты уже ничего не говоришь, а просто склоняешься перед его престолом. Просто склоняешься перед его престолом и просто... Ты в его престоле перед его троном находишься, и ты просто молчишь, сняв свои венцы. Аминь. Сегодня у меня тема была о прославлении и поклонении. Верю, что вы уловите разницу. Теперь, если в вашей медиатеке есть песни, может быть, тяжелые эм, такие аккорды, или, может быть, легкий блюз, джаз, или еще что-нибудь. Это не обязательно прославление. Не нужно говорить, что это прославление Бога. Это просто песня про Бога. Песни про Бога не, не являются прославлением. Песни христианские не все являются поклонительными и прославительными. Есть песни народные, хорошие, красивые, народные. Они не есть Боговосхваляющие песни. Это просто хорошие песни о Боге. Но есть песни. Драгоценные, когда вы начинаете хвалить царя-царей, когда вы начинаете поклоняться Ему. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты сегодня с нами, благодарю Тебя за этот эфир, благослови, Господь, каждого человека получить откровение о хвале и поклонении, чтобы они познавали Тебя и поклонялись Тебе. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, чтобы Вы познавали. Господа, познавали волю Его, благословляй вас именем Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, благословляю вас именем Иисуса. Пусть Бог прибудет с вами. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что присоединились ко мне. У нас все дни недели, кроме понедельника и субботы, встреча происходит. Я благословляю каждого из вас и верю, что у вас большое будущее в Господе Иисусе Христе. Держитесь за Господа и у вас все получится. Сегодня с вами был Максим Максимов. Хочу поблагодарить всех партнеров, друзей, кто присылает свои десятины, приношения, кто участвует в Божьем деле, кто вместе со мной благовествует Евангелие Иисуса Христа по всему земному шару. Да пребудет с вами Господь, да благословит вас Господь, да оградит вас Господь от всякого зла. Я ценю каждого из вас, я благодарю Бога за вас, за вас, мои драгоценные партнеры. Пусть Бог благословит. Я буду продолжать служить каждый день, пока есть силы, буду проповедовать Евангелие, буду распространять благую весть. Вас прошу, поддерживайте меня в проповеди Евангелия. Держитесь за Бога, и у вас все получится. У вас все получится. У вас получится в вашей жизни. Я благословляю вас и ваших детей. Спасибо вам, драгоценный, за партнерство, за участие. Я продолжу на этой неделе отвечать на ваши вопросы. Готовьте ваши вопросы. Спасибо брату из Дальнего Востока за этот вопрос о музыке. Так уж Господь повел. Сегодня мы говорили о поклонении. Хранит вас Господь. Бог да благословит каждого из вас. Встретимся вскоре. Люблю и ценю каждого из вас. Благословений. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.